С 14 по 16 ноября в торгово-развлекательном центре «Аквамолл» проходит акция «Я проверил сахар крови, а вы?», которая проходит в рамках одноименной федеральной информационно-просветительной кампании. Каждый год менее чем в два раза увеличивается число больных с сахарным диабетом. По России с 2 миллионов до 4,5, Ульяновск область с 20 тысяч до 40 тысяч. Причем это подтвержденные. А сколько людей, которые не знают о том, что у них сахарный диабет, цифры вообще называют в 2-3 раза больше. Диабет распространяется по миру с колоссальной скоростью. Нездоровый образ жизни, плохая экология и неправильное питание провоцируют развитие заболеваний уже у молодых с виду здоровых людей. В связи с пугающей статистикой заболеваемости было решено заняться просветительской кампанией на федеральном уровне. Одна из главных задач проекта «Я проверил сахар крови» – напомнить людям об ответственности за свое здоровье. Акция, которая продлится вот это время, эти несколько дней, она и направлена на то, чтобы каждый просто задумался, насколько я ответственен по отношению к своим родным и близким. Есть возможность получить консультацию, есть возможность взять кровь, сдать кровь и получить какой-то результат, и понять, есть о чем беспокоиться или нет. Привить полезную привычку заботиться о своем здоровье иногда очень сложно. Большинство россиян приходит на обследование, когда симптомы буквально кричат о прогрессирующей болезни. Подобные акции привлекают людей и дают понять, что нет ничего сложного в прохождении элементарных медицинских осмотров и сдаче анализов. Последний раз лет 10 назад проверялся, нормально было. После этого больше не проверялся. В принципе, вот чисто случайно, пользуясь ситуацией, дойду, не проверю. Кроме просмотра фото, гости выставки смогут сдать кровь на сахар и обследоваться у эндокринолога на этой же площадке. Виктория Шикова, Даниил Сурков, «Новости Ульяновской правды».